Всем привет, друзья, канал Мы Салим. В работе у нас Toyota RAV4. Мобиль приехал к нам сделать жидкие подкрутки. Показываем готовую, обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность, наносим данный компонент с поляризатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металлом от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы проклеим штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм. Называется он блокшот. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция лакеров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!